Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам о радостном событии. Степан и Евгения Менщиковы стали родителями во второй раз. Супруга бывшего участника Дом-2 Степы Менщикова Евгения подарила своему мужу дочь. Девочку родители решили назвать Варварой. Мама вместе с новорожденной малышкой чувствует себя хорошо. Женя сообщила, что роды прошли без осложнений. Женщина написала в своем блоге: «Чудо свершилось. Сегодня в 16:20 на свет появилась наша дочурка Варвара. Весом 4200 и ростом 52 сантиметра. Родила с Божьей помощью сама. На днях все вам расскажу». Поклонники очень рады этому событию. Они завалили поздравлениями Женю и пожелали ей и ребенку здоровья и счастливой жизни. Вот некоторые комментарии. «Ура, поздравляю вас! Мамочки, поскорее отойти от родов, а дочурке счастья в нашем мире! Это чудесная новость, здоровья маме с малышкой! Пусть растет здоровенькой и радует маму, папу и маленького братика! Настоящее новогоднее чудо, малышке и маме здоровья! Молодцы, покинули проект и живут себе!» Сыну Степа не дал свою фамилию, он записан как Шамаев. Интересно, теперь-то запишет на себя девочку? Прикольная пара, мне нравится Степа. Они очень харизматичные. Женя ранее рассказывала журналистам, что ее супруг был в восторге после того, как узнал о ее беременности. Вот что она говорила: «Степан всегда ухаживал, то завтрак приготовит, то чай нальет, но сейчас балует меня еще чаще, терпит перепады настроения. Недавно сам набрал букет полевых цветов, было очень приятно. У нас вообще в доме главный повар Степан, больше всего он любит готовить супы». А казалось бы, еще недавно Женя рассказывала в соцсетях о том, как трудно ей было пережить частые измены, постоянную грубость и ссоры. Но тогда пара сумела преодолеть все свои разногласия ради будущего ребенка. Степа Менщиков и Женя Шамаева официально оформили свои отношения недавно, в августе этого года. Они без лишнего шума расписались в Тверском ЗАГСе Москвы. Роскошной свадьбы у них не было, на церемонию бракосочетания прибыли только самые близкие друзья, а сами молодожены выбрали повседневные наряды одинакового синего цвета. После бракосочетания они отправились в ресторан, где вместе со всеми гостями отпраздновали важное событие в их жизни. Уже тогда Евгения не скрывала своего положения. И практически всю беременность она ходила в облегающих платьях и нарядах. Напомним, что у Менщиковых уже есть сын Иван, ради которого Степан решил добровольно покинуть телепроект «Дом-2». Поздравляем Степана и его супругу с рождением дочери. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.